что, вы готовы к новой порции крутых пранков? Поехали! Кстати, а ты уже подписался на мой канал? Еще нет? Подписывайся прямо сейчас! Обещал, будет очень весело! Вика, я чипсы принесла, будешь? Чипсы! Держи! Мои любимые! Ах, я тебя открою? Давай! На, высыпай! Все, высыпай, да! И да, ребята, не проводите этот пранк со слабонервными людьми, а то действительно может стать очень плохо от этого вида. Посмотрите, какие они жуткие. Итак, мы вскроем чипсы со дна упаковки. Аккуратненько. Я хочу их поскорее съесть. Слопаем после видео. И теперь, Вика, нам бросай туда всех таракашек. Их надо вытаскивать? Не-не-не, просто туда забрасывай, возьми скалопендру. Сейчас покажем, посмотри. Все нормально. Вот, в еде они выглядят еще ужаснее, еще более реалистично, правда? Ну да. И теперь все это, упаковочку с клеем, горячим клеем. Кладете чипсы обратно на полку и ждете жертву. Да, но в нашем случае это маленькие профитроли и обычный майонез. Вот это будет деликатес, да, Вика? Не люблю майонез. А, наливай майонез. Все. Вике понравился процесс. Все, Вик, достаточно. И набирай шприцом. Давай. Шприцом набирай. Это был... Все, а теперь аккуратно в имеющуюся дырочку заливаем майонез. Как правило, производители немножко нас дурачат и пирожные заполняют только наполовину. Вика, ты, конечно, весь шприц окунула в майонез. Принеси к салфетку. И мы заполняем пустоты у пирожного майонезом. Посмотрите, видите? Целый шприц вошел, он нашпигован целиком майонезом. Итак, я его подержу. И так проделывайте с остальными пирожными. Майонезные эклеры кладем, да? Сверху. Кладем сверху. Закрываем все крышечкой, как ни в чем не бывало. И кладем на место. Но чтобы поместить телефон в пластиковую бутылку, достаточно отклеить аккуратненько этикетку. Вот, все отклеиваем. И в этом месте делаем надрез канцелярским ножом, только очень и очень аккуратно. Потому что он очень... Пусть делают это, да, старшие помогут тебе, вам точнее. Тебе получилось отрезать? Да. Стоп! Главное не выходить за границы наклейки, а то иначе будет... Заметно. Мы сделали надрезы еще по сторонам, чтобы телефон смог с легкостью войти. Ну, сообщение пришло. Так, аккуратненько помещаем. Все, телефон в бутылке, осталось только обратно заклеить этикеточку. И заклеим. Да, все, возвращаем на свои места. Есть. Это что-то вообще нереальное. Казалось бы, очень простой пранк, но первая мысль, которая приходит в голову, как он сюда поместился? Как он сюда попал? Ой, фу, бурка балдакакала! Какая же это гадость! Какая же это гадость! Фу! А какашку можно сделать?
Да, здесь все просто. У него в составе есть все необходимое, чтобы Сникерс выглядел как экскременты. Все, достаточно только... Вик, ты зачем? Вик, мы сейчас не кушаем. Достаточно просто Сникерс аккуратненько... Орешки. Перемять, да, да. Так как мы делаем какашку у животного, нам нужно сделать ее очень-очень тоненькой. Я сделала, знаешь, у кого какашки? У кого? У кролика. Круглые какушки. Горошинки будешь делать? Да. Но мне кажется, очень длинная получилась. Ну вот, мне кажется, выглядит прям на 200%. Вик, что скажешь? А у меня вот получилась человеческая кукуленция. Ужас. И у кого есть дома кошки, подкладываем кукуленцию в самые любимые туфли. Только обязательно, ребята, проследите за тем, чтобы безобидному животному не влетело за то, чего он на самом деле не делал. Экстремальный розыгрыш наш любимый с мамой и с папой. Точно, это наш самый-самый любимый розыгрыш. Итак, вам понадобится упаковка сока. Все содержимое вы выливаете в отдельную бутылку. То есть упаковочка должна быть совершенно пустой. И обычный воздушный шарик. Но главное, чтобы он был очень и очень прочный. Что? Пахнет шарик. Помещаете шарик внутрь упаковки. И надувайте, насколько это возможно. После того, как надули шарик, все аккуратненько скручиваете. Потом он никогда не развяжется. Развяжется. Все скрутили. И кончик надеваете на бутылку. Вика, открывай. И сейчас мы вольем в шарик столько сока, сколько влезет. Давай, держи бутылку, я надену. Ой, держи. Сейчас, секунду, не отпускай. Так, поглубже возьму. Есть. Есть? Да. Так, это все аккуратненько. Отпускайте. Аккуратно. Ой, сдувается. Зажмем и выливаете сок в шарик. Здесь уже должен выливаться. Вика, он в шарике, там ничего не выливается. Ого! Ого! О, да ладно! Это я такой шарик... Ух ты! Все влезло! Вот это да! Прежде чем снять шарик с бутылки, все, аккуратненько скручивайте, чтобы раньше времени сок не вылился. И снимайте. Это был водопад! Зажимаете горлышко крышечкой. И закручиваете упаковочку. А вот эти оставшиеся края шарика можете отрезать, чтобы точно в глаза ничего не бросалось. И ставите в то место, где можно будет почистить это яркое пятно. Это извержение вулкана, я бы сказала, да? Пишите в комментариях, какого пролик понравился больше всего. Всем пока-пока, до встречи в новом видео. Пока!